зашла в Фикс Прайс, чтобы купить что-нибудь новенькое к Пасхе. Начну с вот таких корзиночек красивых, фетровые, курочка и петушок. Вот здесь, видите, подарочек можно положить к Пасхе и подарить. Вот такие вот. Стоимость 50 рублей. Вот и деточки, цыпляточки для декорации. Такой набор 55 рублей. Вот такие вот салфетки 50 рублей. Вот. Мы уже сделали декорацию. Нам еще декупаж на яйцах. Вот. Яички из пенопласта. Но мы еще поклеим. Накрасим. Покрасим их. И полачим их. Вот видите. Так смотрятся эти салфеточки на яйца. Вот такие вот яички маленькие. Сейчас откроем для декораций. Пенопластовые. Мы были в канцтоварах, и там они стоили, вот эти салфеточки, 98 рублей. Видите? А фикс-прайс 50. Вот. Можно корзиночку с цыплятками положить. Будет композиция. А вот травка была композиции. Можно искусственная. В других магазинах она стоит дороже. А тут 50 рублей. Так, сизалевое волокно. Вот такие вот наклеечки пасхальные, 50 рублей. Вот. Разные яички, бабочки, цветочки. Очень красивые. Вот такие вот формочки для кулича. И вы знаете, что это не Китай. Московская область. Орехо-Зуевский район. Вот. Три штучки. 55 рублей стоило. Такие вот формочки для пряников. Видите, здесь ангелочек. Четыре штучки. Зайчик, яичко и цыпленочек. Красивые очень. 55 рублей. Такие вот декоративные птички. Вот висит у меня. Птичка уже прилетела. Вот здесь еще есть голубая. Пасхальная подставочка. Под 8 яиц и кулич можно поставить в середину. Вот здесь рисуночек. Деревянная. Изготовитель Москва. Сейчас посмотрим. Состав здесь картон и дерево. Вот так она выглядит.
Вот сюда куличик. Здесь не мешает, правда. Вот так будут яички стоять. Вот. Видите? Как ножки. Вот прямо вытаскиваете и выбираете. Потому что некоторые не вставляются. Вот такие вот силиконовые формочки. Высокие для кулича. 99 рублей стоили. 18 на 9 сантиметров. Будем пробовать. Вот такие вот шкатулочки. Сейчас откроем уже вторую. Они стоят хорошо. Устойчивые. Металлические. Вот здесь. Видите? Вот здесь разные. Открываются здесь. Можно положить чай, конфетку там. Или маленький куличик. Какой-нибудь подарочек. Или украшение какое-нибудь туда в подарок. На этом все. Пока-пока.